В Подмосковье стартовал форум лучших региональных практик «Жить и воспитываться в семье». В столичный регион съехались детские омбудсмены со всей страны, а также представители органов опеки и попечительства. Одной из частей работы форума стало посещение семейных центров. Детская деревня СОС в Томилине также приняла делегацию. До недавнего времени Евгений Хамитов и Сергей Ермачков были друг другу чужими людьми. Сейчас мальчики живут в одном доме, называют друг друга братьями. Оба любят рисовать и занимаются в кружке авиамоделирования. Я хожу всего лишь месяц, но уже научился делать вот такие самолеты. Рисунок я нарисовал ко дню космонавтики, ну, чтобы еще чем-то заняться утром. Ну, мы всегда занимаемся чем-то. Мальчиков объединяют не только общие интересы, но и приемные мама и папа. Супруги Анохины живут в деревне СОС с 2013 года. За это время выпустили из-под своего крыла 14 детей. Когда подопечным исполняется 18 лет, они переезжают в собственную квартиру. Но приемные родители связь с ними не теряют. Недавно стали как бы приемными бабушкой и дедушкой, потому что Юля позвонила, у нее родился ребенок, мальчик. Степой назвала вот мы. И как раз таки наш сын ездил, вот ей возил подарки, помог ей там обустроиться немножко, там кроватку собрать. То есть, ну, общаемся. На данный момент, кроме Сережи и Жени, приемные родители воспитывают еще четверых подростков. Такие семьи под постоянным контролем органов опеки. На этот раз в гостях участники Всероссийского форума «Жить и воспитываться в семье». Цель визита – убедиться, что с детьми все в порядке. Атмосфера очень домашняя, очень хорошая. И мама, и папа, и детки вот эти, которые там были, конечно, хорошие. Это огромный труд родителей, которые приняли на себя этих детей, вот, скажем так, перекроить сознание этих детей, потому что это дети, которые родились и воспитывались немножко, скажем, не в совсем социально благополучной семье, и перестроить их на хорошую, доброжелательную, добрую, любящую обстановку – это огромный труд. В составе делегации уполномоченные по правам детей представители Министерств социального развития, образования и здравоохранения из 10 регионов России. Специалистов распределили по нескольким группам, и они посетили все 10 семейных домов детской деревни СОС. Они смотрят опыт Московской области по взаимодействию в сфере детства и защиты семьи, чтобы положительный опыт был распространен на все регионы Российской Федерации. После визита к приемным семьям работу продолжили в формате круглого стола. Участники встречи рассмотрели вопросы профилактики сиротства и отказа от новорожденных, а также приняли участие в тематических мастер-классах. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.